Добрый день. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Слово главному тренеру футбольного клуба «Гомель» Андрею Валерьевичу Дорофцову. Пожалуйста, комментарий по матчу. Да, в принципе, равная игра. И, наверное, результат закономерен, да. Обидно, конечно, пропускать на 90, но так есть. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Да, в течение матча Андрей Валерьевич искали различные оптимальные сочетания. Это связано с тем, что пытались найти какую-то свою игру? Это связано с тем, что у нас выпало 3 игрока из основной обоймы. Ну, только, кстати, не могли мы добавить в конце интенсивности, качества, но ребята молодцы, выдержали с болячками, но это объективная вещь, которая у нас на данный момент. И ближайшие планы команды на двухнедельную паузу? Будем работать, готовиться к следующему туру. Андрей Ильич, начало чемпионата у вас. Спасибо.